15 августа 2021 года состоялось крупное событие. Вышел сникпик обновления Geometry Dash 2.2. В нем нам показывают уровень, который будет добавлен в обновление. И на него игроки начинают делать фанмейды. Я тоже хочу так поступить. Для этого, конечно, есть GTPS Editor 2.2, но я хочу это делать в обычной GD, потому что... Да. Пизда. Я, конечно, не хочу создавать точь-в-точь, как было показано в сникпике, просто сделаю что-то похожее. Но я буду стараться делать уровень приближенным к тому, что нам показывали. Давайте эту штуку вверх передвинем. Ага, смотрите. Понял все. И это перемещаем вверх. Это тоже вверх перемещаем. Ой, тут блока нет. И мне кажется, нужно... Хотя не-не-не-не-не-не. Будет достаточно. Опять. Ой-ой-ой-ой-ой. Да блин. Охренеть, два раза подряд за карту вылетел. О, отлично. Ну, нормально получилось. Так, это я уже построил. Ага, здесь портал. Здесь стоит пружина обычная. И плюс еще две сферы. Я их на глаз поставлю. Текстуру порталов, кстати, менять не буду. Это, по-моему, бессмысленно. Ой, понятно. А вот... Ну, короче, сделал, как сделал. Ну, пока он особо без триггеров, но их потом добавлю. Ой. Ага, он берет зелье, потом сделаю, и вот эти вот блоки. Ну вот как-то так я это сделал. И мы доходим до свинкоптера, хотя его еще нет. Ну, смотрите, что у меня вышло. Блоки-то большие, надо будет их потом уменьшить. И вот свинкоптер тоже большой. Все, я наделал. Теперь попробуем это пройти. Ух. Опять. Оп. Я не особо люблю свинкоптер, он прям... На нем очень тяжело играть. Блин. Стенку врезался. Бывает. Да. Нет! Блин, а! Нет!
Так я половину видео всего потрачу. О, наконец-то, наконец-то. Ну вот что я еще сделал за несколько минут. Это, по идее, все. Теперь нужно пытаться это пройти, и потом я сделаю декорации. На самом деле я не хочу делать декорации в пикселизированном стиле, просто сделаю вот похожее на то, что было показано. Да, да, наконец-то. Я на это потратил 53 попытки, 791 прыжок и 11 минут своей жизни. Охренеть. Процесс декорирования я не стал записывать. Смотрите сразу на результат. Я понимаю, что он выглядит очень бедно и совсем не так, как было показано в сникпике, но я вам говорил, что не собираюсь строить точь в точь. А просто сделаю более-менее похожий вариант. На этом все. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. До новых встреч!